Здравствуйте, дорогие родители и юные художники! Меня зовут Куцаева Дарья. Я преподаватель по акварельной живописи и скетчингу проекта «Художник онлайн». Мы рады представить вам новый курс по живописи для наших малышей. В этом курсе мы будем изучать такой замечательный материал, как акварель, и немножко порисуем цветными карандашами. Я расскажу, что такое теплые и холодные цвета. Мы с вами попишем по-мокрому и сделаем красивые акварельные заливки в работах. Мы с вами познакомимся с натюрмортом, пейзажем и нарисуем белочку попугая цветными карандашами и разберем, как можно показать фактуру пушистой белочки и попугая с перышками при помощи цветных карандашей. Мы с вами нарисуем ночной город и в нем сделаем наброск белой гуаши, чтобы показать звезды в ночном небе. Мы с малышами нарисуем кита и тигра в разных акварельных техниках. Мы будем стараться прорабатывать фактуру пушистых зверят и даже нарисуем цыплят. Сделаем один зимний пейзаж и несколько натюрмортов. Этот курс замечательно подойдет деткам от 5-6 лет до 10-11. Мы будем разбирать техники акварельной живописи, мы будем знакомиться с такими интересными материалами, как акварель и цветные карандаши. Я надеюсь, что я смогу заинтриговать и заинтересовать ваших малышей, чтобы дальше им было интересно заниматься живописью. А я желаю вам творческих успехов и увидимся на курсе!